Всем привет, привет! Ох, время у нас 11:30 уже дня. Я решил только что позавтракать, наготовил свежих сырничков со сметанкой, с фруктиками, у меня с бананчиками, с яблочками. Такие прекрасные печенюшечки еще есть. Хочу кушать, очень хочу кушать. Пить буду чай сегодня из другой кружечки. Он у меня почти уже остыл. Сметанка моя любимая, конечно же, домик в деревне. Угу. Мы ее уберем на второй фон. И начнем трапезу. Берите тоже что-нибудь со мной вместе вкусное, аппетитное, в меру сладенькое. Мне прям вот это вот хочется. В этот раз делал без заморозки. Получились не хуже сырники. Вкуснота. Из двух пачек творога мягкого. А какой-то гостовский брал, не помню. Получилось где-то 9 сырников. Напоминаю рецепт, кто не помнит, я уже однажды делал недавно. Творог, яйца, на 2 пачки творога 1 яйцо, столовая ложка сахара, щепотка соли, ванильный сахар я еще добавляю, можно разрыхлитель добавить, и 1 ложка муки буквально. Вот. И выпекаем такие прекрасные, вкусные сырнички. Обалденно. Он фокус, конечно, не поймает. Многие делают в духовке. Напишите, кстати, кто со мной что кушает. Потому что мукбанг, напоминаю, предрасполагает кушать вместе со своим блогером. Хочу банан. Он такой спелый. Я люблю спелые бананы. Ну чё, вроде все тетки-то высказались. Ладно, мадамы. Мадамы на моем канале там отдельный вид комьюнити. Вот вы не поверите, сейчас сижу, ем, соседи что-то засверлили. Мама ж приехала недавно, телефон оставил дома, куда-то побежала ей названивать. Не знаю, вам слышно эту музыку? Вот до этого никто не звонил, не сверлил, ничего не делал. Ну так, вернемся к нашим. Надо сметанки, короче, еще положить. Ну а что? Кстати, из этой сметаны я делаю крем сметанный во многие торты. Или торты, я не знаю, как там уж правильно. Но беру пожирнее, либо 20, либо 25%. А это у меня овсяные печенья, которые ни хера не раскрепляются. О, тоже очень вкусные. Мягкие. И они там внутри с фруктами, типа еще. Но пока что ни одного фрукта не попалось. Ну, конечно. Почему бы не посверлить? В общем, видимо, все мадамы мои высказались. Успокоились. Вчера на мукбанге была отличная активность. Спасибо вам большое, мои хорошие и любимые подписчики. Те, кто
просто смотрел видео. Пишут. Ой, у тебя просели просмотры. Подписчики не растут уже, который там почти месяц. Я же не работаю в Ютубе, правильно? Я себе их не делаю сам. Поэтому постепенно будут расти. До этого год я тоже снимал. Первый, 21-й, получается, год. Вот. Ровно год я снимал, у меня было всего там что-то 130 подписчиков, что-то такое. Сахарку надо было побольше добавить. Ну ладно. Добавляйте 2 столовые ложки сахара, чтобы было. Потому что творог кисломолочный продукт все-таки. И нужно сахарку побольше. Но они в любом случае офигенные. Печенюшечки очень вкусные. Кстати, знаете, сколько стоят такие печенюшки? Большая упаковка, 750 грамм, по-моему. То ли 8, ну, короче, около 100 рублей что-то они стоили. Мягкие. Они такие толстенькие. Вчера какая-то мадам, не будем уж на оскорбление переходить. Ой, да ешь ты, ешь, господи, ешь. Типа там, ты мать-то хоть кормишь? Нет, она у меня с голоду сидит, пухнет. Никто, ни Инна, ни я, не кормим своих матерей. Выставляем их. Ну, во-первых, ну что за чушь, народ? У нас молодые матеря, они тоже работают, у них своя жизнь. Конечно же, я помогаю маме. И финансово, и продовольственно. Покупаем домой еду. Она сейчас приехала, я сыночку сделал. Сейчас она вернется, по делам сходила. Точнее, пошла. Вернется, покушает, вечером что-нибудь мясное сделаем, ну и в обед, может быть, если. У нее просто в 3 часа ногти. А ногти, она сейчас ходит к соседке. Она разузнала, что соседка делает ногти. А соседка собралась на моря, за границу. Поэтому у меня только сегодняшний день, типа. У меня есть, кстати, девчонки, которые занимаются ногтями здесь. Ой, мне, кстати, кто-то написал, что у меня руки красивые. Красивые почему? Потому что загоревшие или потому что ровные? Я ни в коем случае не спорю. У меня и руки красивые, и все остальное. Все, видите, в рубашечке опять своей любименькой полосочка. Полосочки, которые такие вот вертикальные, они сторонят, кстати. Кто не знал. А, еще написали. Артем, я думала, девчонка, ну, как это женщина пишет, что ты культурный молодой человек, а ты чавкаешь и что там причмокиваешь. Написано мукбанг. Изучите сначала, если недостаточно моих слов, да, что это такое. Мукбанг предрасполагает к чавканию и так далее. Многие мукбангеры
даже снимают специальным таким микрофоном, как АСМР выходит еще, знаете. Мукбанг АСМР, то есть они специально там еще издают чавканье. Ну, понятно, кому-то нравится, кому-то нет, я никого не осуждаю. Но вот такой вот формат, если бы вы зашли просто куда-то там, ну, какое-нибудь видео, да, где я гуляю, и там я чавкаю, это еще было бы уместно сказать. Но когда сам процесс мукбанга, да, располагает кушать, и при этом, естественно, где-то там чавкнуть, это абсолютно нормально. По крайней мере, я так считаю. Рекомендую сметану данной деревни. Но она правда, вот она сливочная, понимаете? Там вот нет вот этого вкуса порошка. Во многих сметанах очень чувствуется вкус порошка. Яблоки офигенные. Это сезонные яблоки в Дикси. По 100 рублей где-то. Но нужно выбирать хорошие. Мягкие, не мягкие. Вообще в магазинах все надо выбирать. Не зависит, в Пятерочку пошли или в Азбуку вкуса. Везде надо. Я раньше, еще, допустим, полгода назад, яблоки вообще не люблю. Ну как, я мог съесть там, да, в охоточку, или когда где-то на столе, там, в гостях, или нарезка фруктовая, да, в ресторане. А сейчас прям почти каждый день, ну, по одному яблоку я точно съедаю. Может, что-то не хватает мне в организме каких-нибудь витаминов. Кстати, насчет витаминов. У меня есть Солгар. Витамины очень хорошие. Американские, по-моему. Покупал в Турции. Одни из лучших в мире, между прочим, считаются. У меня комплекс. Что-то человек 21 века. Что-то такое вот называется. Очень мощные такие дозировки. Я купил, попил неделю и перестал, помню, в августе того года. А я их дал маме. У меня большая такая упаковка. Я не знаю, сколько там, по-моему, 120 капсул. Я не помню. Мама попринимала. Они для мужчин, и для женщин. Вот. Я что-то перестал. Сейчас я не хочу. Именно вот они качественные, я ничего не говорю. Ну, пока что врач такие дозировки мне не назначит, наверное, я не буду, потому что осенью я болел, вот, и не хочу там без назначения врача, короче, пить витамины, именно химические. Я лучше вот яблочко там скушаю, бананчики уже скушал все. Что-то вот съел сырники, уже наелся. Сколько я съел там? 3-4. Что-то я не помню. 3 штуки съел всего лишь. Уже наелся. Ну, еще 3 печеньки. Любите, кстати, овсяные печенья? Я с детства люблю. Мне нравится. Я пробовал сам делать. Давно. Сам помню, что там. Взял эту овсяную, как она, хлопья, да? Помолол. Так, у меня остался сметана, надо сметану доесть. На тарелке, я имею в виду. Ну чё?
Но сейчас может прокиснуть. Я вчера снимал, когда мукбанг для вас. Я включаю уже холодильник, чтобы не шумел. Ну, не очень шумит, но все равно. Вот. И уехал по делам. Вернулся только вечером и вижу, что холодильник отключен. Я его обратно включил. Ну, как можно? Слава богу, у него есть какая-то... Ну, типа, сутки он может не размораживаться. Даже если отключен, главное, чтобы он был закрыт. В общем, спасибо, кто со мной покушал. Поддержите мой канал, поставьте палец вверх. Буду вам благодарен. Вон, слышь, мама не пришла. У нее скоро день рождения. Юбилей 50 лет, кстати. Все. Наелся. Кто не успел докушать, вам тоже приятного аппетита. Заканчивайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Будем на связи. Пальцы, комментарии вверх.